внимание. Маша! Дамир занимается пара-карате уже год. Его мама Наталья Манжеева говорит, изменения колоссальные. С каждой тренировкой Дамир становится самостоятельнее. Конечно, пришли мы, ничего не делали, ничего он не хотел делать. Приходилось рядом с ним стоять и также движения, упражнения показывать. Ну и постепенно, маленькими шажками, мы пришли к самостоятельности, начал самостоятельно делать упражнения. Недавно в КСК «Дружба» прошел первый чемпионат Бурятии по пара-карате. Также юные спортсмены приняли участие во всероссийских соревнованиях. В Новосибирске прошел Кубок успеха, где бурятские каратисты взяли 2 золота, серебро и 2 бронзы. Сейчас в городе адаптивным карате занимается около 70 особенных детей. Тренировки бесплатные. Мы с 2019 года решили попробовать набрать детей и проводить занятия по адаптивному карате. И получается, что в прошлом году как раз выиграли президентский грант. Проект называется «КИЯ, мы тоже сможем». В рамках проекта у нас предусмотрено занятие по адаптивному карате. Мы обучили 3 инструкторов. И в 3 точках города, Улан-Удэ, мы проводим занятия по адаптивному карате. Это у нас 6 групп. В каждой группе у нас от 10 до 15 детей. По словам Дмитрия Тупчинова, секция по адаптивному карате первая и пока единственная в республике, где могут заниматься дети с особенностями развития. Немаловажным является и то, что спортсмены могут участвовать в соревнованиях от регионального до всероссийского уровня. Хорошо. Слушай, назад. Вперед. Хорошо. Вперед. Назад. Молодец. Дмитрий Гамбоев и Алексей Ромашов. Новости дня.